Привезли из леса рой, попался бродячий рой, и сейчас его из этой ловушки будем пересаживать в улей. Вот такой вот попался рой, 3 рамки, вот уже с расплодом, с пергой. Такой вот расплод. И там тоже на следующих тоже есть расплод. И подсиливаем вот этот маленький роек вот таким вот печатным расплодом с хорошей семьи, которая не роилась, уже меда натаскали. И вот будет здесь 4 рамки. Расплод выйдет, и будет хорошая, крепкая семья. И в зиму вот такой вот расплод. Это с нероившейся семьи. Ну вот, пересадили пойманный рой. Там вот 3 рамки с расплодом. Доставили еще 4-ю. Пчелы много износилось, пока вот они выкармливали расплод. Соответственно, пчелок здесь рабочих не так много. Но сейчас вот расплод будет выпариваться, и семья укрепится. Поэтому главное, что матка хорошая, сеет плотный расплод. В общем, рой может быть и небольшой, но с хорошими перспективами. Будет сидеть в этом домике. Здесь поставили перегородку, уменьшили размер улья. Ну, как раз где-то входит 7 рамок. Но сейчас он сидит на 5. Поэтому такой вот пойман рой бродячий в лесу. Ну а наши пчелы собирают мед. Вот так вот они гудят, сушат, выдувают всю влагу из нектара. Такой вот гул. Стоит такой аромат на пасеке, очень приятный, вкусный, медовый. Гудят тут все ульи. Натаскали нектара за день. Сейчас уже вечер. Вот и здесь гудит. Все потихоньку гудят. И пахнет медом. Семьи, которые отроились, уже у них матки огулялись. И они сейчас в работе. Расплода не так много в улье, поэтому все свободное место они будут заливать медом. Тоже вот так вот он гудит, этот домик. Здесь вот так вышли на прилетную доску. И тоже хорошо гудят. Значит, нектара принесли достаточно большое количество. Такой вот гул. Поэтому ловушка сработала. Пускай эта семейка развивается и собирает мед. Конечно, мед товарный она не соберет, а только для себя. Ну, может, совсем немножко там можно будет отсюда забрать 1 рамку. Ну, пока вот так вот не летают, потому что много пчелы вот износилось. А молодая только на подходе. Но днем они все равно летают, носят пергу. Поэтому вот такой вот домик. Ну, а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. И заходите почаще в гости. Всем пока-пока. До новых встреч.